Потому что действительно туториалы, ну, в моем случае, как минимум, два, то или три раза нужно пересматривать, чтобы, например, мне, чтобы что-то научиться, потому что первый раз я смотрю просто, чтобы увидеть, о чем там говорится. Второй раз уже внимательнее, когда что-то рассказывают конкретное, да, там. И потом третий раз, может быть, когда ты что-то похожее делаешь, ты что-то забыл, возвращаешься, где нужно что-то напомнить. Просто когда туториал вдруг оказывается целая гора у тебя, ты там, знаешь, лениво так просматриваешь, типа, один за другим, там, а, круто, о, хорошо, ну, это Не, да, да, ага, понятно, это да. обязательно, то есть, с чем я тут согласен.